Якутский фильм «КРЛ» показали в Санкт-Петербурге. Вместе с жителями и гостями северной столицы на показ сходила и моя коллега Айсена Бурнашова. Она и расскажет, как картину оценили зрители. Вышедший еще 2 февраля фильм был показан во всех 23 кинозалах Якутии. И, наконец, нашумевшая мелодрама творческой группы «Аяр-Ат» доехала до жителей и гостей центральной части России. В городе на Неве кинокартина «КРЛ. Невидимая красота» представлена впервые. Переговоры с Лендоком начались за 2 месяца до показа питерской премьеры. Мне позвонил наш большой друг Георгий Николаев из кинотеатра «Лена» и предложил обратить внимание на такой фильм «КРЛ». Мы списались с режиссером фильма, одним из режиссеров и сопродюсеров, Валентина Макарова, и думали долго над форматом, как это устроить. И мы подумали, что вот весна, свежесть и ощущение нового – это как раз то время, когда можно показать якутское кино, которое также свежо и ново для нас. Фильм с русскими субтитрами, поэтому среди зрителей представители разных национальностей. К сожалению, создатели кинокартины не смогли присутствовать на премьере в Петербурге. Поэтому перед началом фильма от имени творческой группы «Аяр-Ат» был показан видеоролик. Үтігінен күнді Санкт-Петербургға тоқтақтыра, өлтіттіра, студенттар, бейдәділақтар бұд. Барға мақталбын әтепі барымын бұ бігеге кәрәр көстуәт кәркейіне бітен көрі көрбік кетігер. Бігеге премьера бұ Лендокқа болла. Манны жүгіскайға жон бігеребінен ұлан сүддәғын жон хөбілерінер сөғы мақтайды ауылылар. Ол еңіптен әйеқа Питер олықтақтырғар әне бігеге сөбілдіқтіреген әренімміт үтті бұ. Любовь без границ, любовь без барьеров. Фильм «КРЛ. Невидимая красота» мало кого оставил равнодушным. Фильм мне очень понравился. Вот давно не смотрел якутские фильмы. Вот уже 3 года, наверное. Вот посмотрел, порадовался, что такие хорошие фильмы снимают нас. Очень приятно увидеть такую искреннюю любовь, верность. Фильм очень понравился. Очень трогательный. Было приятно услышать здесь, в Петербурге, якутскую речь свою родную. Хотелось бы пожелать, чтобы чаще привозили якутские фильмы. Через несколько дней в культурной столице также состоится и 2-й показ нашумевшей якутской мелодрамы, но уже в стенах другого кинотеатра, именитого Ленфильма. Айсена Бурнашова, Егор Максимов, НВК Саха, Санкт-Петербург.